Всем привет с Краснодарского края. Вчера у нас вечером и поздно ночью уже, да и всю ночь, буквально часов до 6 утра точно, у нас был сильный ураган. Сейчас может быть это... Тоже, сейчас тоже ветер, может плохо быть слышно. Я еще ничего не видела. О, ё-моё. Поставили вчера голубятню мужики. Вон как подперли ее. Как теплицу Рушан сильно разорвало. Рушан мне потом сказал, да, что теплицу разорвало. Жесть, конечно. Я прям так расстроилась. У меня аж комок в горле стал. Ну, неприятно. Очень неприятно за теплицу, конечно. Обидно. Очень даже обидно. Капец какой-то. Че? Сейчас на морозе пленка. Да уж, вот это ураган был сильнейший. У людей у нас здесь крыши посносило, прям конкретно посносило. У нас устояла крыша, но я тоже переживала, если честно, что унесет. Потому что, я говорю, такой был ветер. Ой-ой-ой. У тебя улики, да, еще посносило? Улики. Они прям попадали, что ли? А? Прям упали? Ну, хорошо, что пустые упали. А, зачем? Угу, я вижу, ну вот они, улики. А почему так дверь там выломала-то? А какой... Там же за это защелка была. Вот выломала. Капец. Как ее? Всю крышу порвало, Рушан. Всю крышу порвало. А бедная твоя голубятня. Она вся повредилась, вся помялась. Голуби в шоке сидят. А у них что, низ закрыт, что ли, у голубей? Нет. Ой, мамочка, земля-то как проваливается, смотри. Открыто? А, открыто. Холодно, как прям морозно. Ой-ой-ой. Что, где он? Голубенок умер. А где, ты его видишь? Да, вон он, внизу лежит. Умер? Угу. Рушан говорит, его подшатнуло, говорит, и скорее всего он погибнет. Ой, смотри, как у тебя наверху здесь все помялось. Да, я знаю. Все, и вон там все помялось. Тебе надо переделывать или я не знаю, что. Может, такую напомню, как вот у дяди... С нашими ветрами, вот дядь Толик, он, кстати, это грамотно сделал голубятню. С нашими ветрами должна быть голубятня стоять внизу. На полу, да. Это надо место просто для нее. Может, когда я ее делал, места особо не было. Это непонятно, что у нас как, где будет. Угу. Сейчас будет понятно, что куда встанет, где что будет. Сейчас, дай бог, не будет таких ветров. Бедные. Страшно было. Прикинь, какой они шок испытали, да? Да, они даже один голубь, вот. Ну, никого не прижало, да, из взрослых? Нет, нормально все? Люди, все люди. Просто испытали шок, потому что, говорю, один голубь вообще-то зажался под крыло другого, и вот так, ну, страшно. Конечно, испытали такой шок. Мокрые? То что? А. Да уж. Все повырывало. Интересно, у дяди Коли теплица устояла. Она у него в таком месте. Вон видно, да? Она немного защищена. Вон она. Она защищена, да. Она голодная. Посадить-то некуда, да? Угу. Сейчас попробуем, сколько сможем натянуть. Теплица? Так и получится, конечно. Угу. Вот еще поживет немножко. Ну да.
Рушан, а что вы опять это голубятни на камни поставили? Надо было сразу на землю ставить. Она нет, там только задняя часть стоит, потому что там яма, и так она, это, ну, она само с кронами идет. Ой, блин, как теплицу жалко, я так любила свою теплицу. Просто в этом урагане, знаешь, что самое страшное? Ты когда стоишь, и ты видишь, как ее разрывает, и ты понимаешь, что ты не можешь ничего сделать против стихии. Она вот, получается, вчера же, когда я снимал, показывала, там, ну, буквально немножко дверь выломала, и вот этот... Не, немножко дверь валялась же, ну, уже в теплице. Дверь выломала, и немножко угол оторвало. И вот, и стоишь, и ты смотришь, как ее дальше ветром разрывает, а ты ничего сделать не можешь. Просто, ну, а что сделать? Я попытался зайти вот эту дверь открыть. Не смог? Меня чуть не вытянуло туда, блин, я думал, сейчас и эту дверь вырвет, и все. Капец, конечно. Так, надо вот посмотреть по этому, по прогнозу, когда у нас дожди, и надо сеник обратно что-то делать. А он с той стороны оторвало, или вот эта сама, она вся улетела, пленка? Нет, она на месте, сейчас я так же можно гостепером прострелять. Да, ее надо будет прострелять степлером, ага. Вот она вся у нас. Да уж. Дядь Коля, наверное, утром встал, пошел на речку и был в шоке от нашей теплицы. Скажет, ну, блин. Конечно, это все. Обидно. Очень обидно. Ну, ветер был, конечно, это, серьезный, я скажу. Прям кулаком вырвало это просто вообще. Так-то взять, она, в принципе, теплица, это, ну, достаточно много ураганов выдерживает. Ага, все у нас, смотри, здесь и мешки, вот это все, все летало, да? Нэнси, а где ты была, интересно? А, понятно. Ай, Нэнси, пофигу. Вот это, наверное, единственное, кому было пофигу, да? Нэнси. Сейчас тоже такой хороший ветерочек. Кс-кс-кс. Нэнси. Скажи, я везде выживу. Ой, смотри, отдельно это отвалилось. Это тоже отвалилось, как ее, форточка. И вон там вот видишь, крыша бы хотя бы осталась бы целая, а там он ее потянуло. Что, помочь? Не натянешь? Она вот, все. Походу натягивали. Ой, как холодно, а? Ветер прям ледяной. Капец, и там разорвало, да? Капец. Что делать? Не знаю, Руш. Что, тогда на крышу надо будет покупать? И вот на эту боковину покупать. А она же с плоскутом идет. Ой, видишь, вот там порвало. Так мы можем, смотри, я поняла, что там порвало. Вот так вот ее обрежем, вот так. И сверху загоним, и так же это завьем, и все. Главное, чтобы нам надо так сделать, чтобы у нас сейчас не... Ты вот здесь прикрепи ее, чтобы у нас оно дальше вот сюда не начало рвать. Ты вот здесь закрепи, чтобы он туда не тянул ветер. Он ее будет тянуть. Нет. Так крышу пусть срывает, я говорю, мне главное боковины сохранить и вот эту сторону сохранить. Ну давай тогда хотя бы так. А не вырвет потом?
Мне кажется, если ты сейчас вот это вот закроешь, оно будет немножко держать как-то. Оно наоборот, у меня шурки замерзли. Ой. А здесь нормально, видите, все. А может и крышу наполовину, Рушан? А? Может также и крышу наполовину мы. Смотри. Не справишься ты сейчас. Видишь, какой ветер? Смотри, я тебе предлагаю вот это вот вот так вот прям обрезать, вот до первого вот этого, вот это вот так вот обрезать. А вот это вот все оставить, вот это вот смотри, сейчас я поменьше сделаю. У нас вот эта вот вся сторона крыши, она у нас целая. И мы вот эту вот сторону, смотри, если мы ее вот так вот обрежем примерно, вот посюда, понимаешь? И вот мы, нам легко будет со стремянки подлезть и степлером сделать ее, понимаешь, забить, ну, да. И все. И получается нам вот этот кусок накрыть только. И вот эту боковину, и все. А если сейчас мы начнем резать, ее это. Вырвет? Ну это я говорю, не сейчас, это только это надо, как говорится, погоду хорошую. Да, за два до завтра доживем, посмотрим, дай бог, чтобы оно дальше ее не вырвало. Если ветра сегодня не будет. А если ветер будет, то, конечно, вырвет ее. Еще сильнее вырвет. Нэнси, Китюнь. Ой-ой, нравится ей, нравится бегать по улице. Холодно, блин, а ей пофигу, она даже вообще не трясется. О, играет. Дверь целая, смотри, дверь надо царапать. Побежала. Так что... Так вот здесь тоже же палку вон вырвала у тебя, где дверь? Ой, мои пальцы. Так что вот такие вот у нас, да, вот так вот у нас, Нэнси, да, Китюнь? Да что ж такое, чуть не упала, смотрите, какая смешная. Плюшка, плюшка. Вот такие вот называются плюсы-минусы жизни на Кубани. Да, но сейчас везде есть. Ну, много кто нам писали. Вот у кого тоже. У нас пишут тоже в Украине. У нас тоже сильнейший ураган. Сейчас, понимаешь, сейчас погода такая. Сейчас, ой, этот климат везде меняется. Да. Так что уже не знаешь, где что можно ожидать. Это не важно, где ты и что ты. Так что давай, потерпим до завтра. Пусть ветер это успокоится. Потому что сейчас и холодно, и ветер сильный. Побежали. Сейчас. Что там? О, небо какое. Гляньте, суровое. Это, но красивое. Это вроде от нас. Оно какое-то, да, куда? Такое желто-розовое, серое. Ну, ты это видела, нет? В смысле? Забор? Да. Весь лег. Вижу. Его ж погнуло. А столбики шатаются, нет? Угу, все шатается. Ну, вон, получается, из земли прям, знаешь? Вырывал. Ну, так деревья такие огромные вырывал из земли, а ты еще что-то хочешь, просто железные столбики. О, этот вообще шатается. Земля там раз это... Вот там, смотри, видишь, дед? Вот там дядь Колин дом защищает. Ага. И там забор отрез. Как будто его и не трогают. Угу. А здесь вот, пожалуйста. Как говорится, весь сам на себя принял этот забор. Нэнси. Пойдем этот. Куда? Сенник быстро посмотрим. Можно будет попить, или? Пойдем. Нэнси.
Что так холодно-то сегодня? А, не закрывать? Нет, нет. Ее Рушан будет бить, она прорвет вот здесь пленку. Не будет ее бить, просто если опять сейчас ветер пойдет оттуда, он хотя бы будет отсюда заходить и отсюда выходить. И дверь будет бить. Нет, а если мы закроем ее сейчас, ветер там... будет бить оттуда, и он будет ударяться сюда и крышу вырвет. Ну смотри сам. О, небо какое, ты посмотри, суровое. Ого, какой цвет неба, Рушан. Ага. Гляньте, какое небо. Здесь двери, все, что пойдет у нас на сарай. У нас больше пока некуда деть это все. Здесь составил Рушан. Вот это двери, это коробки. Вот это сарай коробка, пойдет. Двери. Это наша двери. Рабочая дверь для разделки свиней. Голуби на воле. Они что, даже не поднимаются, не взлетают. Но я не скажу, что прямо оно мокрое сено, Рушан. А? Я не скажу, что прям мокрое сено. А, сегодня утром брал, мокрое было? А. А это с этой стороны, наверное, надо, да? С этой стороны надо, к деревяшке. Интересно, в этом году будут еще такие ураганы? Теплица устоит? Нет, хотя бы еще сезон бы постояла теплица этот сезон, этот год. Было бы хорошо. Да, Руша? С пленкой? Да, с пленкой. А на следующий год потихонечку можно сперва крышу сделать поликарбонатом. Потом на следующий год, допустим, там боковины. И вот так потихонечку. Что, мокрое? Сейчас уже, наверное, продуло. Ой, вот эти веревки, да, опасно будет. Да. Ой, надо убрать их. Сюда вот бросил. Вот это вот убрать. Ладно, мы сейчас пойдем всех кормить. Быстренько. Покормим всех. Ветер, да? Кого разорвало? Крышу?